Дни открытых дверей в налоговых инспекциях заметно ускоряют процесс декларационной отчетности. Возможно, именно поэтому в нынешнем году количество дней открытых дверей увеличено. Сегодня и завтра налогоплательщики имеют шанс получить режим наибольшего благоприятствования при сдаче своих деклараций о доходах. Напомню, что до 30 апреля декларации о доходах обязаны представить индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, главы крестьянско-фермерских хозяйств и иные физические лица, к которым в том числе относятся претенденты на разного рода налоговые вычеты. 11 утра, пятница, день открытых дверей, в разгаре. Налогоплательщики равномерно распределены по специалистам Ишкалинской налоговой инспекции. Не только совет, но и реальная помощь ускоряют итоговый результат – сдачу готовой декларации о доходах. От этих хлопотных дней сплошная польза, сообщают приведенные в состояние повышенной мобилизационной готовности сотрудники налоговой инспекции и подтверждают свое мнение цифрами статистики. Дни открытых дверей, проведенных в марте этого года, инспекцию посетила более 3000 налогоплательщиков. Представлено более 1000 налоговых деклараций по форме 3 НДФЛ. К личному кабинету подключились более 600 налогоплательщиков физических лиц. С января по март 2014 года по республике Мариэл принято более 18000 налоговых деклараций по форме 3 НДФЛ. Из них около 16000 – это декларации, поданные физическими лицами. Это важно знать каждому налогоплательщику из числа раздумывающих. Уже пора подавать декларацию или оставить все на последние дни месяца. Последних дней лучше не дожидаться, советуют настроенные на помощь налоговики. В дни открытых дверей специалисты налоговой службы помогают заполнять налоговые декларации по форме 3 НДФЛ, расскажут, как получить налоговые вычеты, кому нужно отчитаться по доходам, полученным в 2013 году, а также ознакомят с онлайн-сервисами Федеральной налоговой службы. Возможность быстро решить проблему с декларацией представится жителям республики еще и завтра. День открытых дверей в субботу будет покороче пятничного, однако обещает быть не менее плодотворным. Тем же, кто не успеет отчитаться о доходах в столь благоприятные дни, можно подстраховаться и существенно сэкономить время, записавшись на прием в инспекцию онлайн, выбрав день и час сдачи документов, а также номер окна в инспекции. По данным статистики, более половины из 2120 человек, записавшихся на прием в режиме онлайн, представили именно декларации о доходах. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.